соль, было уже 5 лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни. Девочка росла без подруг. Любимым развлечением, Асоль, было по вечерам или в праздник, когда отец, оставив банки с клеем, садился, сняв передник, отдохнуть, забраться к нему на колени и трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Лангрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, и летучий голландец, русалки, пираты. Ну говори еще, просила Асоль, когда Лангрен, задумавшись, умолкал и засыпала на его груди с головой полной чудесных снов. Когда Асоль исполнилось 8 лет, отец стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность снести товар. Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги. Она перебирала игрушки. Из них 2-3 оказались новинкой для нее. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой. Белое суденушко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка. Асоль пришла в восхищение. А если я спущу ее на воду, поплавать немного? Она ведь не промокнет. Девочка осторожно спустила на воду пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде. «Ты откуда приехал, капитан?» – важно спросила Асоль и, отвечая сама себе, сказала: «Я приехал из Китая. А что ты привез? Что привез, о том не скажу». «Ах ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, она ровно поплыла вниз. Едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая Асоль побежала за уплывающей игрушкой, стараясь не терять из виду красивый, плавно убегающий треугольник парусов. Иногда она совсем было теряла алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова видела их степенно и неуклонно бегущих прочь. Лангрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Асоль, стремглав бежавшую к нему с радостным, нетерпеливым лицом. Ну вот,
Слушай, что я тебе расскажу. Я за ней бежала по всему ручью, я думала, что умру. На берегу, там далеко, стоит волшебник. Он поймал ее, мою яхту. Он сказал: ты будешь большой, Асоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Белый корабль с алыми парусами двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Корабль подойдет к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» – спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Асоль!» – скажет он. «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в страну, где светит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом. Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки. Воображение быстро нарисовало ему известного собирателя сказок и песен старого Эгля. Он торжественно закивал головой, приговаривая: «Так, так, по всем приметам некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть». Ты как думаешь, придет корабль за мной или нет? Придет, придет. Раз тебе это сказали, значит, все верно. Страшно усталая Асоль пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Лонгрен посадил девочку на колени и, достав свободной рукой трубку, закурил. «Вырастет, забудет. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что же, добрая шутка. Ничего, шутка». У куста спиной к забору сидел нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил его добычливо. «Дай, хозяин, покурить бедному человеку. Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава». «Я бы дал, но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочки». «Вот беда! Проснется, опять уснет. А прохожий человек взял, да и покурил». «Но ты ведь не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже». «Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак чудаковской, а еще хозяин!» «Слушай-ка,
Я, пожалуй, разбужу ее, но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон! Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков и, вскипая обиды, повествовал о случившемся. Ты не дал мне табаку? Не дал. Не дал? Тебе, говорит он, девчонке, исполнится совершеннолетний год, а тогда, говорит, специальный красный корабль за тобой. Лангрен с дочерью одичали. Так как твоя участь, говорит, выйти за принца и тому волшебнику верь. Колдун был у них, так понимать надо. Ну, да. Ну, я говорю, буди, буди, мол, девчонку, табаку-то достать. Так ведь он за мной полдороги бежал. Лангрен с дочерью повредились в рассудке. Они ждут заморского принца, да еще под красными парусами. Через 3 дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз: «Эй, Ассоль, посмотри сюда, красные паруса плывут!» Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний. Там, в 20 шагах от нее, стояла кучка ребят. Они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой. Прошло 7 лет после того, как Эгель, собиратель песен, рассказывал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами. Не раз, волнуясь и робея, Ассоль уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвета, совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Эти минуты были для нее счастьем. Глубокая, непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумело в ней.
внимательно наклоняясь к морю, смотрела Ассоль на горизонт. Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грея «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лиса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка. 10 дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай. 11-й день команда провела на берегу в отдыхе и винных парах. На 12-й день Грей глухо затосковал. Без всякой причины, не понимая тоски, полный тревожного внимания, он прожил день раздражительно и печально. Его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда. Была полная ночь. За бортом во сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива. На баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грей свистнул. Огонь трубки двинулся и поплыл к нему. Передай Летике, что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки. Куда прикажете плыть, капитан? Спросил Летика, кружа лодку правым веслом. Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слов, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести. Там, где они плыли, слева, волнистым спущением тьмы, проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб. Это была Каперна. Грей повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой. Засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние повисшие выступы. Это место ему понравилось.
здесь будем ловить рыбу. Первый раз плаваю с таким капитаном. Капитан дельный, но не похожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его. Забив весло в ил, Летика привязал к нему лодку и развел костер на обрыве. Грей сел у костра. Ну-ка, выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную. Простите, капитан, я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, и я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную. А правда ли, капитан, что говорят, будто вы родом из знатного семейства? Это неинтересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь. А вы? Я не знаю. Может быть, но потом. Летика размотал удочку. И шнурка, и деревяшки я изладил длинный хлыст, и крючок к нему приделав, и спустил протяжный свист. Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите осетры, хлопни с в обморок селедка, удит Летика с горы. Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался, и его сами съедят. Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите осетры, хлопни с в обморок селедка, удит Летика с горы. Грей лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья, веяло духотой и землей. Соль заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку. Соль проникла в высокую, брызгающую росой траву. «Здравствуй, больной!» сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем.
большой жук цеплялся за колокольчик. Стряхни толстого пассажира, посоветовала Ассоль. Жук точно не удержался и с треском полетел в сторону. Ассоль чувствовала себя как дома, здоровая с деревьями, как с людьми. Вот ты, вот другой ты. Много же вас. Я иду, спешу. Пустите меня. Так она подошла к склону холма. Зашло солнце. Девушка легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула. Грей на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль. Он встал. Везде торжествовал свет. Грей вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава. Влажные цветы выглядели, как дети, умытые холодной росой. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку. Не далее, как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала она, утомившаяся, головой на уютно подвернутых руках. Ее волосы сдвинулись в беспорядке, ресницы спали на щеке, мизинец правой руки, бывший под головой, пригибался к затылку. Грей присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу. Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами. Но тут он иначе увидел ее. Все тронулась. Все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грей все еще сидел в той же малоудобной позе. Задумчиво он снял с пальца старинное дорогое кольцо и бережно опустил кольцо на мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грей
отошел. А соль разбудила муха, бродившая по голой ступне. Сидя, закалывала она растрёпанные волосы, поэтому кольцо напомнило о себе. Но, считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их. Помеха не исчезла. Она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана. Чья это шутка? Чья шутка? Разве я сплю? Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли. Но никто не притаился в кустах, и в синем далеко озаренном море не было никакого знака. И румянец покрыла соль, а голоса сердца сказали вещи «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем. И уже близким ей стало кольцо. Уткнув лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и опустив голову, а соль медленно пошла обратной дорогой. Уже около первых строений Каперны Грей вдруг сказал: «Не определишь ли твоим опытным глазом, Летика, где здесь трактир?» «Должно быть вон та черная крыша. А, впрочем, может быть и не она». «Что же в этой крыше приметного?» «Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца». Они подошли к дому. То был действительно трактир Мэннерса. Грей спросил себя рому и подозвал Мэннерса. «Вы, разумеется, знаете всех жителей. Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темнорусой, невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я ее встретил неподалеку отсюда. Как ее имя?» «Так это должно быть корабельная соль. Больше быть некому. Она полоумная, сударь». «В самом деле? Как же это случилось?» «Когда так, извольте слушать». И Мэннерс рассказал Грею о том, как 7 лет назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. «Вот с тех пор она ждет заморского принца, да еще под красными парусами. И зовут ее с тех пор Асоль Корабельная. Еще могу сообщить вам, что...» Его перебил неожиданный рев сзади. Страшно ворочая глазами, вдруг рявкнул угольщик, сидевший у окна: «Трактирщик, трактирщик,
300 за корзины. Опять ты нагрузился, вельбот проклятый. Уходи вон! Но только бойся попадать в наши палестины. Дрянь, а не человек. Каждый раз такая история. Более вы ничего не можете рассказать. Еще могу сообщить вам, что отец ее сущий мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел. И еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание. Ты врешь так гнусный. Ненатурально, что я протрезвел. Он врет. Его отец тоже врал. Такая порода. Можете быть спокойны. Она так же здорова, как мы с вами. Я говорю, что у нее хорошая голова. Она говорит, как большая, но... Причудлив ее разговор. Прислушаешься, как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы. А у нее тоже, да не совсем так. Вот, к примеру, развелось дело о ее ремесле. Она делает игрушки. «Я тебе что скажу?» – говорит она. Моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я говорю, ну, а соль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие. Ну, а я, а ты, смеется она, ты верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет. В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки. Лопнули эти почки, брызнула по корзине листом. Пропала. Я малость потрезвел даже. Вот какое слово она сказала. А Мэннерс врет. Я его знаю. Мэннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку. Оттуда горько осведомился. Прикажете подать что-нибудь? Нет. Мы встаем и уходим. Летика. Я. Ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнай все, что можешь, и сообщи мне. Ты понял? Добрейший капитан, не понять этого может только глухой. Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни даже упоминать мое имя. Слушаю. Прощай! Грей вышел. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх знойному солнцу, отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани. Теперь он действовал уже решительно и спокойно, до мелочи зная все, что предстоит ему на чудном пути. Его план сложился мгновенно и выпукло.
Когда Грей поднялся на палубу, его помощник Пантен докуривал шестую сигару. Где были? Что видели, капитан? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое, капитан? Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль 10 отсюда. Придите за картой. Лоцмана не брать, пока все. А что случилось? Да, выгодный фрахт. Выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Да что же случилось? Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят. Хорошо, будет исполнено. Если хотите, можно поднимать якорь. Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше. Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все. И вы не будете тратить много спичек на плохие сигары. Это, конечно, так. Грей перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился, то собирался идти на бак, то вновь задумывался. Удар в дверь вывел его из этого состояния. Там какие-то люди с трубами, с барабанами и другими скрипками. Вы что, их звали на секрет, капитан? Да, я точно звал музыкантов. Скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Да. Там привезут красный шелк. Из него смастерят новые паруса. Затем мы отправимся, куда не скажу. Вот и все. И довольно об этом. Ого. Знаете, я доволен. Чем? Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мосте. Ну-ка, что вы там поняли? Лучший способ провести контрабанду. Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грей. Бедный Пантен, ваша догадка остроумная, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Был белый утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Внезапный звук пронесся среди деревьев. Это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полный печального протяжного повторения. Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Береговой ветер лениво теребил паруса. Наконец воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме плавно двинутых парусов цвета глубокой радости. Грей стоял у штурвала. Над ним молча рвались алые паруса. Не было никаких сомнений в душе Грея, ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот. Спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели, полный тех мыслей,
которые опережают слова. Пантен сидел рядом в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея. Теперь, когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем счастье, я постараюсь настраивать вас, Пантен, своими мыслями, как обещал в Лиссе. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом. Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня. Я же не хочу никого другого, кроме нее. Быть может, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное чудо, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Что до меня, то наше начало, мое и Ассоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиною сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня? Да, капитан, я все понял. Вы меня тронули. Я пойду вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку. Свой он проиграл в карты. Грей, взяв подзорную трубу, уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок. Уже два раза он был не без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь, доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы. Здесь он застрял на слове «смотри». Ассоль воскликнула опять жучишка и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла. Потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем. Секрет в это время огибал небольшой мыс. Музыка лилась с белой палубы под огнем алого шелка. Не помню, как оставила дом, а Соль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром событий. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло. Сознание держалось на волоске. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительные препятствия, и снова, увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть. Thank you.
Каперни произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно и неопровержимо пылали. Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу, кто в чем был, наскакивали друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Асоль. Все со страхом отошли от нее, и она осталась одна среди пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов, и среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой. Но тысячи последних смешных страхов одолели Асоль, смертельно боясь всего, ошибки, недоразумений, таинственные и вредные помехи. Она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: «Я здесь! Я здесь! Это я!» Тогда старый скрипач взмахнул смычком. Облаков и волн, блеска воды и дали. Девушка почти не могла уже различать, что движется. Она, корабль или лодка, все двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову. Грей нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Асоль зажмурилась. Затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала: «Совершенно такой!» «И ты тоже, дитя мое!» Вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грей: «Вот я пришел. Узнала ли ты меня?» Она кивнула, держась за его пояс. Не помня как, она поднялась по трапу в сильных руках Грея. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный свод. И скоро Асоль увидала, что стоит в комнате, в каюте, которой лучше уж не может быть. Опять Асоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грей взял ее руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грей поднял вверх за подбородок это давно, давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. Ты возьмешь к нам моего Лангрена? Да. И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась. Меж тем
На палубе у грот мачты, возле бочонка со сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Летика стоял, Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грей поднялся вверх, дал знак оркестру, и в песне золотых труб первый зачерпнул граненым стаканом вино. Ну, вот теперь пейте! Пейте все, кто не пьет, тот враг мне! Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и оставалось лежать на палубе, поборотая вином Грея. Держались на ногах лишь рулевой да вахтенный. Досидевший на корме с грифом виолончели у подбородка, задумчивый и хмельной музыкант. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье.